повестке обсуждения комиссии по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Полевского при администрации города сегодня несколько вопросов. Первый – подготовка памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны к празднику 9 мая. Есть еще один вопрос – это восстановление вечного огня у памятника мемориала в северной части на площади Победы. По словам Натальи Беляевой, инспектора управления культуры, на сегодня комиссия проехала по всем селам Полевского городского округа и побывала у каждого обелиска. Большая часть из них в хорошем состоянии. Если где-то необходимо провести ремонтные работы или восстановить надписи, все это будет сделано к празднику 9 мая. Тема установки в поселке Зюзельский монумента горнякам тоже актуальна сегодня. С инициативой выступают ветераны поселка. Мы исходим из чего? Значит, город Полевской все равно обязан своим рождением, значит, людям горной профессии. Но, к сожалению, нигде это, ну, как-то не отмечается, что ли, не фиксируется. Хотя город уже существует больше 300 лет, и нигде это нету. Значит, пример моряков, конечно, зародители, они молодцы, они вот такой монумент поставили, но морякам. Полевской сухопутный город. Ну вот, моряки сумели, а про горняков почему-то забыли. Анатолий Кулбаев пришел на комиссию уже с готовым эскизом. По проекту монумент полевским горнякам предполагается выполнить из серого гранита. Непосредственно сам барельеф горняка Зюзельской шахты отлить из чугуна. Монумент авторы предлагают установить на полированную гранитную подошву. Анатолий Николаевич в качестве места расположения и установки монумента рассматривает поляну напротив сельского клуба «Горняк», то есть в центре поселка. Вот эта площадка перед клубом была расчищена в свое время, наверное, лет 5 назад. Грейдером мы ее агрегировали, выровняли все. Как бы она, площадка подготовлена, там земля была завезена. Ну и там есть, естественно, такая небольшая возвышенность, где этот монумент, по нашему мнению, достаточно хорошо будет смотреться. И он стоит на том месте, где был рудник Юдельский. Значит, и место там хорошее, чистое. И предполагается, кроме монумента, посадка зеленых насаждений. Главный вопрос финансирования работ инициаторы установки также берут на себя. Свободная территория, тогда обращение на главу, да, закрепление этого земельного участка. Правильно? На главу? Вот. С точки зрения необходимости, если есть инициатива и тем более историческая, то, конечно, наверное, ни у кого возражений нет, да? Собравшиеся предложили инициаторам и авторам данного проекта перед началом его воплощения встретиться со специалистами архивного отдела и управления культурой. Есть вопросы по самой надписи на монументе и возможном размещении на граните аннотации памятных дат. Вопрос для обсуждения на комиссии и проект установки памятника жертвам политических репрессий – еще одна тема. Общественная организация с одноименным названием предлагает установить стелу в городском парке на так называемой «Аллее славы полевчан». А вот и проект. Максим Незлобин, начальник управления культуры, считает, что его нужно несколько скорректировать, сделать безопасным и лаконичным. Есть колючая проволока, и, как правильно называется, каёлка. Вот все есть в нем. И души летящие, вот там птицы, и это, и больше ничего не надо. Вообще ничего. Вот здесь вот все будет лазить. Детишки будут лазить. Так, а вот это все решетку не надо делать? Весной, зимой, когда скользко, на этот мрамор упадут, разобьются. То есть вот это вот, вот это убирать, да? Конечно, вообще полностью все убирать. Авторы и инициаторы проектов уверены, что все их задумки должны воплотиться в жизнь уже в этом году. Реально ли это, покажет время. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.